Садились прямо из колена. Здесь действует перемирие. Не забудь. Слушай, брат, хватит уже. Стоять! Сдавай стволы и прочее оружие. Крокодил в мутной воде. Не ждите, бейте первыми, как только его увидите. Добрые люди, защищайте свою страну. Аспиды СНС проникли в заповедник Мэйкроуд, к югу от аэропорта. Отправляйтесь туда, добрые люди, прогоните змей прочь. Открутите им головы, вырвите клыки, лишите яда. Покажите, что мы не боимся ядовитых гадов из СНС. Говорит Радио Свобода. Мы дарим эту музыку всем добрым людям. Впустите ее в свое сердце. Будьте храбры. Делайте то, что должно быть сделано. Ты работал на врага, а думал, я ничего не узнаю? Давненько не виделись. Мы с майором только что разговаривали о том радиоведущем. Мощность пропагандистской машины в этой стране впечатляет. Это все ложь. Да, конечно, только во время передачи фото. Мы хотим прикрыть станцию. Уже известно, что вещание осуществляется из автомобиля. Именно поэтому наши солдаты не могли найти передачу. Сегодня утром их передвижная станция остановилась у деревни Велигол. Тебе нужно напасть на фургон и уничтожить станцию. Да, в одиночку. Понимаю, будет непросто, но, по крайней мере, на твоей стороне элемент неожиданности. Это простая работа. Всего-то и нужно, чтобы взорвать генератор. Ты согласишься нам помочь? Ложь этих людей опасна для всех. Конечно, мы заплатим. Уничтожение генерала запорит им передачу. Запомни название. Деревня Велигол. Встречаемся через реку от почты.
Рад тебя видеть. Хочешь взорвать радио «Свобода»? Хорошая мысль. Но у меня к тебе есть одна просьба. Министр пропаганды живет в туристической деревне. Когда он слушает радио, то держит одну руку на рубильнике, чтобы быстро отключать эфир, если что. Ты не мог бы это уладить? Когда министр будет мертв, диктор сможет прочитать в эфире объявление. Ну, то есть, его надо к этому склонить. После этого начнется бунт. Люди начнут искать таинственного иностранца. Он говорит, что из Минздрава, а по мне прихвостень компании. Он видел мое лицо. Я должен убить его, пока он не связался с начальством. А я у него водителем. Поверишь ли? Вот так вот повезло. Когда начнется бунт, я буду с ним в машине, и мне как раз понадобится твоя помощь. Министр на территории тур-деревни. Сражаться он не будет. Ah!